Ну рассказывай, я весь внимание. О, корми. Вчера на базе пшенку точили. Позавчера мы тоже точили пшенку. А завтра что? Опять эту дрянь точить будем. Будь здоров, парень. В общем, выкладывай. Что скажешь, брат? Всегда рад послушать тех, кому есть что рассказать. Ну рассказывай, я весь внимание. Что скажешь, брат?
А вот что я однажды слышал. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышите, что у меня Ну, здорово! Проходи, не задерживайся. Thank you.
Не тормози, я мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Проходи, не задерживайся. Есть хабар. Ну вот, нехило побарыжил. Здравствуй. Здравствуйте. Да-да, я слушаю.
Проходи, не задерживайся. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Что могу предложить? Приятно иметь дело с честным сталкером. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Есть хабар. Пойдем.
Проходи, не задерживайся. Ну что, дружище, как оно? Тебе сюда нельзя. Проходи, не задерживайся. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. А, привет! Бай! Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги. Хочешь знать людям правду о зоне? Представь себе, я тоже. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Защити мир от зоны. Хочешь? Вступи в долг.
Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Thank you.
ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Свободные сталкеры, ветераны и охотники. Зона. Время дорого. Рассказывай. Защитить мир от заразы зоны — наша общая цель и задача.
В общем, выкладывай. Заходи, Мэн. Отдохни с дороги. Вот ведь ирония жизни, а? Вчера еще друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. И страшно на белом месте. Нет, ты из мамочкиного пуза вылез. Ну рассказывай. На второй как будто тоже не видно. Даже не видно. Что скажешь, брат? Ну рассказывай, я весь внимание. Здорово. Удачи тебе, сталкер. В общем, выкладывай. Эх, сыграю-ка я вам, други. Рад приветствовать. Всегда рад послушать тех, кому есть что рассказать. Thank you.
Ну рассказывай, я весь внимание. Алоха! Ты заглядывай, тут весело бывает. Эй, отстань, любопытный. А, здравствуй, мэн. Главное, особо не расслабляться. В общем, выкладывай. Быстро тебя на тот свет спровадит.
второй как будто тоже не видно. Даже и на третий. Вот ведь люди, а? И что за создание? Ну рассказывай, я весь внимание. Блин, ну какой из него командир? Фуфло. А из кожи лезет. Все в него команда. Ну какого хрена тут торчишь, расскажешь? Давай на фирму какую-нибудь менеджер. Или в войско. Эй, отстань! Товарищи подбрасывали, растут, не растет. Так без засада, то без шишек, то без ключ. Ох, и страшно на белом свете жить. И зачем я только из мамочкиного пуза вылез? Сейчас бы толковый сейшн сбацать. До центров хорошо напустить, чтобы всех вставило. Блин, ну какой из него командир? Фуфло. Самое место. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видно. На второй как будто тоже не видно. Эх, пивасиковы что ли, да с амульком, с хорошим, чистым амульком.
кайф. В общем, выкладывай.